Yeah. And самая веселая история это когда наш завод одному клиенту продал 5 тонн песка из Ульма. И клиент находился в Саудовской Аравии. Wait. Подождите. I was on the shop site. А, я был на этом объекте. But I did not know that it was a sport hall from a school, from the suburb of Riyadh. So it was on the outer end of Riyadh. Straight connected to the desert. Ага. Самое смешное было в том, что спортзал выходил непосредственно к границе города и пустыни. То есть песка там было не хочу. So I came there, I did the application, and the Saudis, said, so let's look what special kind of sand this is. Yeah, we paid a lot of money for that. И все арабы приходили посмотреть, что же это за такой замечательный песок, на который мы потратили кучу денег. We opened the first bag, and they said, ha! Just the fucking sand. This is a simple sand. We have a full desert of the same sand behind. То есть они были очень удивлены и сказали: у нас этого песка до завались целая пустыня. It was so funny, but you need an excuse. Of course, they paid a lot of money for it. Yeah, it was a serious case. Yeah, and they were really angry. Ну, на самом деле это было не шутка, потому что они были очень сильно огорчены, много денег потратили и вопрос был серьезным. At the end, I said. This is a different kind of sand. Ну и Франку пришлось выкручиваться, говорит, это совсем другой песок. Из другой кучи. No. I said, have a look. You need to use a microscope. Вам необходимо взять микроскоп. This sand is broken. It has sharp corners. Это ломаный песок и у него острые углы. And your sand have round corners. You cannot use. А у вас округленный песок окатанный, и поэтому вы его не можете использовать. So they was okay, they were satisfied, but of course this is bullshit. You can use also the desert sand. То есть ребята, конечно, успокоились, но на самом деле это полная профанация, и вы можете использовать любой песок. Yeah, but they never ordered again. Но после этого они больше не заказывали. Yeah, они не поверили просто. Yeah, okay.